Миссия Space Shuttle 125 была одной из самых сложных и опасных. Запуск шаттла «Атлантис». А также одной из самых важных. Нам было предначертано судьбой сделать это. На кону были не только жизни членов экипажа. Дыра в костюме прямо на ладони. Но, возможно, и самый известный научный прибор, когда-либо созданный человеком. Хаббл — наше любимое слово. Благодаря качественному видеоматериалу, отснятому астронавтами, это невероятно! Мы можем взглянуть на ремонт космического телескопа Хаббл изнутри. Опасная миссия. Хаббл. Атлантис к старту готов. 11 мая 2009 года. Космический центр имени Кеннеди, штат Флорида. Экипаж шаттла «Атлантис» близок к тому, чтобы войти в историю. Астронавты «Атлантиса» проходят по коридору. Телескоп «Хаббл» вышел из строя на высоте 560 километров над Землей. Отказали приборное оснащение и система питания. Если бы экипаж не починил его, то телескоп не смог бы больше работать. Для этой цели им предстояло совершить длительный перелет по дальности, сопоставимой с лунными экспедициями, и выполнить самые опасные восстановительные работы, которые когда-либо проводились в космосе. Хьюстон готовы к полету. Также в их планы входила модернизация телескопа по последнему слову техники. Во время этой миссии мы усовершенствуем Хаббл при помощи сверхчувствительных научных приборов, благодаря которым сделаем новые открытия. Это отличный день для такого полета. Почему я готов рисковать жизнью ради телескопа? Я думаю, вы знаете, что мы делаем это на благо всего человечества, но лично я просто люблю свою работу. 10, 9, 8, 7. НАСА оценила этот последний полет к Хабблу как самую опасную миссию из когда-либо предпринимавшихся. Запуск шаттла «Атлантис» — последний полет к Хабблу, после которого снимки всего великолепия Вселенной станут красивее.